Вашингтон намерен усилить давление на Пхеньян с целью вынудить его отказаться от ядерной программы. Этот вопрос обсуждался на специальном закрытом брифинге, который провела в среду для всех членов Конгресса администрация президента США. В совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса говорится, подход президента Трампа нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от программ разработки ядерных баллистических ракет и программ по распространению ядерного оружия путем ужесточения экономических санкций и использования дипломатических мер. Меня заверили, что администрация президента Трампа, госсекретарь Тиллерсон и другие консультируются со всеми нашими союзниками в регионе и Китаем, чтобы уменьшить вероятность недоразумений. Принимая во внимание непредсказуемость северокорейского режима, это очень тревожная ситуация, и мы должны воспринимать ее серьезно, заявил сенатор-демократ Крис Кунс. В ответ на ракетную угрозу со стороны Пхеньяна, американские военные разворачивают систему противоракетной обороны ТААД в Южной Корее. Размещение системы ПРО сопровождается протестами местных жителей. Против размещения элементов американской системы ПРО в Южной Корее выступает и Китай. Пекин заявил, что подобные мероприятия мало помогут сдерживанию Пхеньяна. Во вторник на восточном побережье Северной Кореи состоялись масштабные военные учения. Руководил ими лично лидер КНДР Ким Чен Ын.